Всем добрый день! Вы на канале «Все своими руками» и я с вами Анна. Сегодня мы поговорим о цветоносах орхидеи, когда нужно их обрезать, цветоносы на орхидеях. Как видите, орхидея и большой цветонос вырос. Даже в камеру не умещается показать вам, дорогие мои подписчики. По многочисленным просьбам я вам все расскажу, как я делаю. Когда цветонос цветет, нужно его обрезать. Здесь два цветоноса. Один уже обрезан, как вы видите, пенечек. Вот этот цветонос, он отцвел, я его обрезала, но пустил еще один цветонос. И снова отцвел. А этот молодой цветонос цветет. Цветы на нем белые, как вы видите. Вот такая красивая орхидея. И нужно нам обрезать цветонос, который отцвел. Лучше обрезать, конечно, март-апрель, весной, и поделить на череночки. То, что мы и будем с вами делать. Вот, видите, я обрезала его уже. Такой длинный цветок уже последний отцвел. Его нужно срочно обрезать и поделить на череночки. По три штучки мы будем обрезать. Перед тем, как обрезать, нужно ножницы обработать спиртом. Все череночки разрезаем по три почечки. Аккуратненько нарезаем. И вершки будем обрабатывать перекисью водорода. Затем обрабатывать активированным углем. Нарезали на черенки цветонос. Обработаем перекисью водорода. Затем обработаем активированным углем, присыплем. И будем обрывать чешуйки на цветоносе, где почечки. Аккуратненько обрываем. Не повредить почечку. Зубочисткой аккуратненько, чтобы не повредить. Так будем делать со всеми почечками. По желанию можно сделать по одной. Вот так будем мы все чешуйки обрывать. Я везде чешуйки обрываю и обрабатывать буду цитокининовой пастой немножечко. Вот так мы будем аккуратненько все проделывать.
Берем пасту цитокининовую и немножечко будем намазывать чуть-чуть. Вот так аккуратненько наносим пасту. Лишнюю будем убирать чуть-чуть. Прокалывать ничего не нужно. Лишнюю убираем пасту. Так проделаем с каждым череночком. Опускаем водичку, бутылочку закрываем обычной пробочкой без дырочек на 2 суток, а затем меняем пробку с дырочками и вниз ложим 1 таблетку активированного угля. И пусть стоят на подоконнике в теплом месте для прорастания почек орхидей. Вы были на канале. Если мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Мои орхидеи.